Прошлое является для нас вот такой очень большой проблемой. Это не значит, что мы не должны использовать тот инструментарий, который мы накопили за предыдущую жизнь. Но это же не прошлое. Инструментарий, который вы накопили, это вы сами. То, что я читал, чем я занимался, какие работы я делал, это превратилось в меня. Но у меня нет прошлого, где я сижу и монтирую первую программу «Доктор Курпатов» на Битакаме. Нет у меня пионера в школе. Ничего нету. Но есть куча навыков. От пионера организовывать людей, от монтажа понимания того, как создаются вообще самые разные штуки. Поэтому нужно понимать, что когда вы дискредитируете, а я вот настаиваю на этом, что это нужно сделать, дискредитируете свои воспоминания о прошлом, свое как бы ощущение собственного прошлого, вы на самом деле ничего не теряете. Вы только обретаете, потому что все, что в этом прошлом оставило в вас след, является вашим инструментом, вашим ресурсом сейчас. А кроме сейчас нет ничего.